Всем привет, дорогие друзья, с вами развлекательный канал S&G, меня зовут Слуцкий Александр, мы продолжаем проходить карьеру FIFA 14 за Екатеринбургский Урал, конечно. У нас матч ответный, полуфинальной стадии Лиги Европы. Первый мы проиграли 0-1, и сейчас нужно из кожи вылезти, но выиграть. Собираемся и вперед. Выиграть причем. С разницей в 2 мяча. Иначе мы вылетим. 1-0 будет дополнительное время. Аздоев у нас устал. Вместо него сыграет Ерохин. Кроме того, Киржакова заменит Базилюк на скамейке запасных. Ну, как-то так. Давайте Данцев. А, не-не-не-не-не. Нуньо. Вместо Оттесена вот так вот. Все, запас готов. Все готово. Команды готовы. Начинаем. Ответный полуфинальный матч. Футбольный клуб «Урал» принимает римскую «Рому». Италия. Поехали. В прессинг сразу вступает Джордан Ибе. Сыграл на Шатова. Шатов. Олег, заброс на Ибе. А Джордан не успевает. Скорубский. Пока этот вратарь ни одного мяча не пропустил от футболистов Урала. Как они не старались и сколько ли моментов они не имели. Шатов. Снова на ИБ. Центр пас. Офсайд у Ибрагимовича. Чуть-чуть опоздал с передачей. По-моему, это был Сапета или Ерохин. Кто-то из них. Кто-то из наших центральных полузащитников. Сазар, отличная игра против Манджукича. Хосе Анхель по левому флангу. Против него Муса. Неплохая атака. Аспилькуэта. Ох, как! 1-0 Манджукич. Как это произошло? Ну, Макеев вроде был... Он выбил мяч на ногу Манджукича и сам почему-то не побежал. Нам нужно забивать 3 мяча, друзья. Поздравляю вас с безнадежным итогом на первых минут. Переходим в суператаку. Некуда деваться. Нечего терять. Смольников. Смещается к центру. Играет на замахе одного защитника, второго и пробивает... Голкипер на месте. Сапета будет подавать. Очень много защитников тут у нас и всех. Штрафной это Сезар. Сезар, как всегда, бьет головой, но мимо. Ответил Урал сразу натиском на эмоциях. Ну что теперь уж? Теперь уж одного мяча мало, нужно 3. Ерохин. Ну и куда это? Недодачу Шатову. Ерохин отбор. Хосе Анхель против Мусы снова. Яич. Дросси. Яич. Навес будет. Опасный навес. Смольников прямо на ногу. Брэдли выбивает, тот вколачивает мяч, казалось бы, в девятку, но Ладыгин. Ладыгин на месте. Смольников. Очередной раз. Шатов. Джордан и Б. Ошибка в передаче. Смольников хорош в отборе. Ибрагимович. И на Мусу! Ахмед, 1-1. Ахмед Муса реализует выход 1-1. Счет 1-1. Теперь нам осталось забить 2 мяча. Ну что, уже не так безнадежно. И Б в отборе. Еще раз. Шатов там в подкат стелится.
Неплохо комбинирует Рома на самом-то деле. Но здесь отбор. Ну и почему ИБ не побежал-то? Ну что же, Джордан, ты делаешь-то? Ибрагимович готов был тебе отдать передачу. Ладыгин должен быть первым. Да. Так и есть. Паршевлюк. Пас на Мусу. Офсайда нет. Офсайда нет. Муса на скорости. Ахмед Муса. Подкат хорош от защитника. Паршевлюк на Мусу. Обратная скидка. Ерохин. И удар в ближний угол. Штанга. И угловой. Сапета. Будет подавать. Вес, удар в руки Скорупскому. Паршевлюк пробил. Вынос. Мяч у Урала. Это Смольников. Паршевлюк. Ибрагимович на Сапету. Дальше Ерохин. Шатова увидел. Олег пробил и заработал угловой. Почему Ибрагимович подает? ИБ будет подавать. Подача. Вратарь. Снова Скорупский. Ну, по крайней мере, мы его прошили. Это сделал Муса. Ибрагимович. Заброс на Шатова. Ну, не точно. Удар от ворот. 35-я минута. 1-1. 2-1 общий счет в пользу Ромы. Гостевой гол, конечно, им поможет. В случае чего. Шатов. Смольников. Хороший пас на ИБ. Джордан. Мяч взлетает в воздух. И удар от ворот. Рикошет был сумасшедший какой-то. Вот это да. Вот это неожиданно. И прессинг сразу Урал отправляется. Вратарь решил низом разыграть. Шатов. Удар Олега. 2-1. Олег Шатов. Великолепный выстрел. Ну что, друзья. Мы вернулись опять той задачи, которая у нас была изначально. Забить гол и не пропустить. Но на сей раз этот гол уже нас выводит дальше. В отличие от того, когда... От той ситуации, которая была при счете 0-0. Шатов великолепно забил сейчас дальнюю девятку. Ну и, конечно, стоит отметить передачу, выполненную Джорданом и Б. Сейчас нельзя пропускать. Ни в коем случае... Смольников. Хорош. Шатов. Ибрагимович. Нет, это не Ибрагимович. По технике заметно, да, что это не Ибрагимович. Смольников. Игорь. Отборолся здесь. Муса. Ахмед на скорости пойдет. Развернулся. Увидел Шатова. Шатов уже здесь, в центре. Цезар. На фланг. Ерохин. 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 Накрыли. Угловой. Сапета подает. На сей раз. Подача. И Сазар. Ох, как рядом. Ох, как рядом. 9 ударов за первый тайм нанес Урал. 9 ударов. 9 выстрелов. 2 забил. Нужно продолжать во втором. Продолжать. Сезар. Сейчас будет свисток на перерыв. Уж не знаю, как расценивать этот тайм. Положительным ли итогом, либо отрицательным. Муса тут рвется на всех сразу. И получается организовать у него атаку тем самым. Ибрагимович. Муса. Ахмед. На Ибрагимовича. Златан. 3-1. В стиле бразильских комментаторов. Муса, отличный проход. Потом пас великолепный на Ибрагимовича. И
Златан подтвердил свой класс. 3-1. На сей раз при таком раскладе Урал отправляется в финал, а не Рома совсем. Здесь нужно отбороться аккуратно. Макеев угловой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Рискованно. Это Пьянич. Подавать будет. Подача. И здесь Макеев. Так. Что я там наделал, блин? Я хотел просто поменять тактику на нормальную. 2-0 Ливерпуль ведет. Похоже, мы знаем, кто будет в финале. Ну что ж, второй тайм. Нужно провести его от обороны. Очень надежно сзади. Ну и постараться что-нибудь придумать все-таки впереди. Смольников на Мусу. Муса слева теперь. Все-таки я нажал там поменяться флангами, да. Муса выпускает мяч. Джордан и Б. Смольников один остался тут. Муса отрабатывает, отрабатываем. Ахмед, отрабатывай в обороне. Отличный подкат. А вот с пасом поторопился, конечно. Заброс. Вынести надо. Удалось это сделать. Ну, сейчас будет Рома давить, конечно. Джордан и Б. На Златана. Златан. Задержал атаку. А тут положение вне игры. Рома никуда далеко не убежит. Удалось Уралу отрезать. Ой-ой-ой. Манжукича. Ну что это за пас сейчас был? Тут Смольников. Шатов. С Мусой они поменялись флангами. Но пока так в обороне это неплохо действуют они. При таком сочетании. Расположении, точнее. Шатов. Сапета. Шатов. Что будет делать? Будет подавать на Ибрагимовича! Златан заколачивает четвертый мяч. От перекладины. Отличный гол. Мяч опустился за линии. Я успел это заметить. И Златан на эмоциях отбирает мяч тут же. И устремляется в атаку. Златан Ибрагимович. Дальний удар. Попадает в защитника. Тут же встает, вступает в отбор. Кто там говорил, что Ибрагимович не нужен Уралу в комментариях? Кто нам приносит победы? Объясните мне тогда. Дероси. Игра еще не окончена. Нужно держаться Уралу. Это положение вне игры. Ничего страшного. Не произошло. Брэдли меняют. Выходит Маркиньо. 4-1. Вот это игра от Урала, а? Кто бы мог подумать? Муса. Вернулся на свой фланг, Муса. Пару раз обманул уже. Джордан и Б. Передача на Мусу. Не получилось. Здесь Смольников. Смольников. Игорь, отлично. Шатов ошибается. Заброс. Ладыгин. Ладыгин. Отлично, Юра. Великолепно. Паршевлюк. Держаться, ребята, держаться. Один можно пропустить. Два никак нельзя. Ибрагимович, какую передачу хотел сделать. Сквозь всех защитников. Смольников от греха подальше. Просто на вратаря. Скорубский. Смольников. Муса на скорости. Ахмед. Проходит дальше. Навешивает опять на Златана. На сей раз не удалось выиграть на втором этаже. Ибрагимович был в офсайде. Пас был неточным, к тому же. Атака Ромы. Нет. Здесь Сезар. Здесь все спокойно. Ладыгин. Макеев, Муса. Вот это неожиданно. Шатов 7 мячей. Отличный результат.
Сразу двойная замена. Де Йонг и Жервиньо. Пытается освежить игру в нападении тренер Ромы. И Жервиньо первым касанием. Первым же касанием отправляет мяч в ворота. Упустил его здесь Смольников, свеженького Жервиньо. 4-2, друзья. И адовые 15 минут нас ждут. Перейдем к кому в суперзащиту, пожалуй. И поддержим мяч. Сезар, хотя сейчас Рома пойдет в жестокий прессинг. Жесткий прессинг, точнее, жестокий прессинг. Это уже чересчур. Шатов. Смольников. Джордан и Б. Олег Шатов. Шатов на Смольникова снова. Смольников. Удерживает мяч Игорь. Удерживает, удерживает. И аут в пользу Урала. Ну что ж, 5 минут мы выиграли. Снова Смольников. Снова удержание мяча идет. Шатов на сей раз. Шатов, отлично. Можно навесить. Ибрагимович. Нет. И вот атака Ромы развивается теперь. Нужно быть аккуратными. Муса встречает. Левый фланг. Паршевлюк. Хорош. Заброс на Ахмеда. Муса, на скорости. Муса, давай, 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 давай. Не получается. Заброс. Сезар, ну-ну-ну-ну-ну. Жервиньо тут напорист, конечно. Нужно держаться. Вновь Шатов со Смольниковым. И Б. Смольников. Шатов. На Ибрагимовича. Ибрагимович. Корпус поставил. Тут Ахмед Муса. На замахе. 2 минуты добавили. Муса. Что-то придумал там. Выдумал. Удерживает мяч Урал. Не хочет подавать Паршевлюк. И правильно делает. Тянет время. Навес и угловой. Да. Все, финальный свисток, друзья. Я вас поздравляю. Урал в финале. 4-2. Удалось нам дотянуть время в конце. Честно, у меня аж палец дергался на стике. Боялся я потерять мяч каждый раз при отборах Ромы, но... То, что я задумывал сделать, удалось. И великолепная результативная игра нашего нападения. Два фланговых форварда, можно так их назвать, Шатов и Муса, отличились. И, конечно же, дубль Златана Ибрагимовича. Самый главный вклад в победу, конечно, сделал Златан. Смотрим. Это первый наш гол. Ахмед Муса убежал 1-1 и вколотил мяч в нижний угол. Затем Шатов. Великолепный дальний удар. Ну, как дальний, со средней дистанции. Тут Муса разворачивает защитников, отдает Ибрагимовичу, и тот отличным ударом кладет мяч. И навес, и вот этот самый красивый гол, пожалуй. С оттяжечкой так головой от перекладины за линию. Великолепно, Ибрагимович. Ибра есть Ибра. Ну, а кто же наш соперник? Кто же наш соперник? Финале. Как вы думаете? Я думаю, что это Ливерпуль. Да, 5-1. Призовой фонд турнира 1 180 000. Да, в Лиге Европы, конечно, призы не такие, как в Лиге Чемпионов. Фух, вот это матч был, а. Вот это был матч. Теперь у нас с Волгой, с ЦСКА. Потом хорошо, что отдых большой. Отлично. Отличный отдых. И после этого матч с Ливерпулем. Затем с Динамо в чемпионате. Ну что ж, друзья, это что-то с чем-то. 18 мая.
будет эта битва с мерсисайдцами. 4-0 они уделали Марсель. Хотя в первой встрече 1-1 сыграли. Да, французы на Энфилде получили свое. Так. Что там, Калычиныч? Отличный, по-моему, будет у нас плеймейкер со временем. Немец. Чили. Не интересует меня. Саркисов и Ибрагимович. Ну что, Ибра? Еще поиграешь у нас годик? Саркисов. Опять блефуем. Опять не то, что нужно. Делаем. Ну ладно. Симулировать, конечно, будем матч. Подождите, я еще раз гляну на календарь. Ну нормально, у нас с Волгой, с ЦСКА там неделя целая. Так что можно симулировать. Хотя, посмотрим на состав. И у нас тут, да, у нас тут усталость накопилась. Аздоева оставляем, остальных меняем, конечно. Хотя можно ставить, допустим, центральных защитников. Давайте поменяем одного центрального. Это будет Макеев. И правого выпустим Киржакова. В центр выпустим Бочкова к Каздоеву. Сташатова, конечно. Вильям. Ой, Вильям Барби. Этот. Нуньо. Жоао Нуньо. Базилюк. Саркисов. Ладно, Мусу тоже заменим. Не будем рисковать. Давай, выходи. Кто? 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 Данцев? Нет. Чухлей. Ну давай, Волгу-то хотя бы обыграете, нет? Красная карточка Сезара. Желтая Базилюка. Ну, у нее забил и Сапета. Молодцы. Новости из региона Англия. 15 игроков опять. Саркисов. Да, Сезара нужно убирать. Та-та-та-та. Ну что, как там наш Беляев все еще не восстановился? Ладно, Макеев встает. Ну и вернуть надо всю основу, конечно же, обратно. Ну, ее. ИБ. Ибрагимович. Муса. Сапета. Это где? Вот он ты. Паршивлюк. Смольников. Макеев. Не на той позиции, кстати, играл у нас, по-моему. Ну да ладно, Дьяков. Уходит, занимает место. Цезар, красная карточка. Ладно. Дьяков сыграет. Ох уж не знаю, как мы Ливерпулю будем противостоять, учитывая мощь нападения их. Но с ЦСКА сыграем, конечно. Гэри Фрейзер. Так. Ибрагимович принял контракт, кстати. Сэм Ментом. Не, друг, ты нам не подходишь. Гэри Фрейзер. О, а вот ты, друг... А вот ты, друг, вполне нам можешь сгодиться. Оливье Камен. О, тоже неплох. Ловкость, прыжки, сила, физические данные для центрального полузащитника. Отличный, по-моему. Так, ну что?
Запрос информации. Коммент. Запрос информации. И еще мы сделаем... А, удалить из списка интересов. Можно из отчета их удалить, в принципе. И следующих изучать. Рони Карлос Катулио Босса. Давай. Следи. Следи, Карл Дойль. Маркус Кокс. Следи. Брэд Уокер. Ладно. А, 1 600 000. Гарри Фрейзер стоит всего лишь. Почему бы его не взять? А, Урал хочет провести Фрейзера у Болтона, да. А, 1 800 000 Оливье Камен стоит. Ага. Еще два игрока обнаружили мы. Саркисов, ты будешь продлевать или нет? Еще раз тебе предлагаю. Такие условия тебе никто не предложит, да? Так, с трансферами нужно разобраться. Подожди. Сезон. Трансферы. Финансов у нас достаточно еще. Подожди. Трансферные переговоры. Список. Кадим Харрис, правый полузащитник. Не-не-не-не-не. Во. Кимен. И Фрейзер нас интересует. Сэм Ментом, почему ты тут? Удалить. Джейсон Лоу. Аарон Вилдик. Ну что, Оливье Кимен мне больше всех нравится. В клубе с 2013-го. Ладно, пусть тут будет. Мы потом, если что, трансферное окно. Ну, ладно, посмотрим. На следующей серии матч ЦСКА. Генеральная репетиция перед финалом Лиги Европы. Всем пока, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вы новичок здесь. А также оставить комментарий. Дальше круче. Пока-пока.